она уже проходит по России 7-й раз в этом году. И мы сегодня в программу включили викторины, которые рассказывают об интересных фактах кинематографа российского. Также этот год знаменателен 220-летием Павла Нахимова. И сегодня я в рамках нашего патриотического направления в нашей работе мы включили фильм «Нахимовцы». Мы выбрали два фильма разных периодов. Один фильм у нас, который создан в 1976 году. И второй, который как раз к юбилею Нахимова создан в России. Этот фильм тоже «Нахимовцы». Тоже можно посмотреть, просто сравнить. Сейчас просто смотрим кино. Например, какие жанры вам нравятся? Фэнтези. Драма. Фэнтези. Боевики. И сегодня вот вы знаете, что сегодня ночь кино, всероссийская акция у нас проходит по России. И вот у нас киноквиз «За кадром» на знание фильмов отечественного кинематографа. Фильм «Старший сын». Психологическая драма, да. Вы же смотрели этот фильм? Из каких серий состоит? Правильно. По пьесе какого драматурга был снят фильм «Старший сын»? Александра. Правильно. Вы же знаете, что книга, она всегда в кадре бывает из пьес, из романов. И поэтому главную роль в культуре играет книга. Сначала пишутся тексты для песен. И для фильма тоже пишутся тексты, романы, пишутся пьесы, киносценарии. И поэтому главное в культуре, главный столб – это книга. Вы согласны? Да. А вы сами любите читать? Да. Ну, ваши любимые авторы. Еще? Много. Много, да? Все, что написано, это, конечно, не все. Иногда бывают и неинтересные книги. Но они все-таки, в каждой книге есть изюминка. Ну а классиками мы называем тех, чьи книги незаменимы, да? И они живут из века в век, их содержание не устаревает. Ну, один из этих классиков – Лермонтов. Лермонтов, Пушкин. И мы их любим, с детства читаем их произведения, воспитываемся на этих произведениях. Сегодня мы смотрели фильм. Понравился? Да. Нахимовцы.